А что вы предлагаете? Так, людей то, бомбить? Что вы предлагаете? Нет, до чего тут людей бомбить? Нет, ну вы предлагаете что? Ні, людей ми, бомбить? Ми пропонуємо не це. Я вам хочу сказать, бомбить людей нельзя. Донбас бомбить нельзя. А Донбас вот ніхто не бомбить. А куда бомбы летят? Тільки російські бомби. А куда бомби? Куда бомби летят? Мирні люди безумовно страждають, нужно... але хто перший взяв до рук зброю? Еще раз я хочу сказать, на сегодняшний день, когда летят бомбы, гибнут мирные люди. Мирні люди не повинні гинути. Куди летять бомби? Наскільки ми бачимо, з ПЗРК збивають українські літаки, українські вертольоти. Це дуже плохо, цього не повинно бути. Нужно только мир. Кто даст мир, это самый большой мудрец. И вот я хочу сказать, на сегодняшний день, вот так, как раз Ивана Степановича не хватает, потому что это мудрейший человек. Это тот человек, который компромиссный человек, который мог найти, поговорить с одним, с другим, с третьим, найти компромисс и от этого выиграть и Донбасс, и Украина. На сегодняшний день я хочу сказать, риторика, вот вы так задаете агрессивные вопросы. Ви розумієте? Я хочу складно ставити неагресивно, оскільки гинуть українські військові, українські люди постійно. Донбас в моєму серці навсегда, це моя родина. І якщо там щось відбувається плохое, у мене тут душа розривається. Ви розумієте, в чому питання, або не розумієте? Так от я хочу сказати, на сьогоднішній день нам потрібно убрати агресію. А нужно садиться за стол переговорів і договариваться, все одно договариваться. З ким? Чортом лисим нужно договариваться, ну мир нужен. Людям нужен мир. Я хто впродовж років стимулював цю агресію? Ви знаєте, що людей процес не інтересує. Людям нужен мир. Ви зараз говорите, з ким не хочемо говорити, з ким не хочемо. Що делать? Ми не те, що не хочемо. Ми просто вважаємо, що з тим, хто вбиває, не можна говорити. Прийти мирному рішенню. Я лично. Я вам хочу сказати. Другой дороги, так стол переговоров не вижу. Забудьте одну простую вещь. Если бы у меня ключ к успеху был в боковом кармане, мир был бы уже давным-давно. Нет у меня такого ключа к успеху. Без вашего дозволу там навіть в детсадку не можна було записувати ніякі інтерв'ю, а ви зараз кажете, що у вас немає ключа. Еще раз, ну это вы так считаете. И это досвід роботи. Вы понимаете, что вопрос. Вы же берете, говорите, вот Ахметов там, как вы там называете, там, я не знаю, то-то. Ну, Донбас, это Донецкая область, это 4 800 000. Ну, вы представляете, есть разные взгляды, есть разные точки зрения. Ну, что, по большому, но что нам нужно? Нам нужен мир. Я хочу, чтобы он был вчера. Я хотел, чтобы он был поздно вчера. Ну, как вы представляете? Скажіть, будь ласка, ви маєте вплив на людей зі зброєю? Ще раз, ви знаєте, що я не знаю, з ким потрібно консультуватися. Ви розумієте, якщо б ви говорили зі мною, я б вам сказав, за що я? За децентралізацію влади, щоб ми були в єдиній Україні. И я считаю, что это счастливый Донбасс. Чтобы людей не назначали, а людей выбирали. Чтобы, более того, я вам хочу сказать, что децентрализацию власти я сделал первый бизнес. Почему? Что это, когда ты покупаешь активы, то власть у тебя. Но когда ты отдаешь полномочия менеджменту, то власть у менеджмента. А за собой собственник оставляет 3-4 стратегических вопроса. Так вот я хочу... Это все запропоновано Киевом, зброю никто не складает. Вы задаете вопросы, вы меня не дослушиваете. Что вы хотите тогда от меня услышать? Вы не отвечаете на это запытание. Я вам отвечаю. Вы мне задаете один вопрос, другой, третий. Я хочу сказать, вы умеете, пожалуйста, уважение выслушать. Если вы задаете вопросы, так имейте, пожалуйста, уважение выслушать. Или не задавайте вопросы. Это же не весь Донбасс в руки взял оружие. Но люди, которые в руки взяли оружие... То это не люди взяли, их оружие, соседняя держава. Знаете, люди, которые взяли в руки оружие, их нужно убедить, сложить. Войну, но у Донбасса, или нет? Это основное. Ну да потом спросите, вы должны спросить. Вот я же...